Добрый день! И вновь в эфире проект о русском языке с региональным акцентом «Великий и могучий». Мы уже знаем, что в русском языке есть слова, которые указывают на лица, явления или предметы, но не называют их. Это местоимения. Чтобы определить собственное место в разговоре, используют личные местоимения, которые отвечают на вопросы «кто?», «что?». Личных местоимений всего 8. «Я», «мы», «ты», «вы», «он», «она», «оно», «они». Местоимения – очень востребованная часть речи в русском языке. Без них не получится осмысленный разговор. Именно на примере личных местоимений мы познакомимся с основными характеристиками частей речи. Они называются грамматическими признаками и различаются для разных частей речи. Итак, у личных местоимений есть следующие грамматические признаки. Лицо, число, род, падеж. К личным местоимениям первого лица относятся местоимения «я», «мы». Они указывают на самого говорящего или на говорящего вместе с другими лицами. К личным местоимениям второго лица местоимения «ты», «вы». Они указывают на того, к кому обращаешься. К личным местоимениям третьего лица местоимения «он», «она», «оно», «они» указывают на тех, кто не участвует в разговоре. Категория числа. Личные местоимения могут быть в единственном и множественном числах. Личное местоимение единственного числа – «я», «ты», «он», «она», «оно». Личное местоимение множественного числа – «мы», «вы», «они». Категория рода. Этот грамматический признак выделяется только у личных местоимений третьего лица, единственного числа. Он – мужской род, она – женский род, оно – средний род. В предложениях местоимение «он» используется вместо существительных мужского рода. Местоимение «она» вместо существительных женского рода. Местоимение «оно» вместо существительных среднего рода. Категория падежа. Личные местоимения изменяются по падежам, склоняются. Причем у них меняется не только окончание, но и форма слова. Здесь на помощь приходит таблица, с которой мы уже знакомы. Давайте закрепим полученное знание. И вместе с тем узнаем еще одного вятского писателя – Евгения Ивановича Чарушина. Евгений Иванович родился в Вятке. Это старое название города Кирова. Его отец был известным архитектором, который построил более 500 зданий. В их числе и знаменитая в Кировской области центральная гостиница. Ее вы видите на экране. Своему отцу Евгений Чарушин обязан иллюстраторским талантом. Его рисунки украшают многие детские книги. И, конечно, его собственные, которые с любовью рассказывают о живой природе. Отрывок из рассказа «Тюпа маленький». Тюпу побили. Это не Пунька. Тюпкина мамка его отшлепала. Сейчас ей не до него. Непунька ждет, пождет, скоро ли у нее будут другие, новые маленькие сосунки. Она и местечко приглядела, корзинку. Там она будет их кормить, песни петь. Тюпа теперь ее боится и близко не подходит. На небольшой отрывок 8 местоимений разных форм. Это все местоимения третьего лица. Значит, в единственном числе мы можем определить у них категорию рода. Например, отшлепала кого? Его. Единственное число. Мужской род, винительный падеж. Еще один пример. Кормить. Кого? Их. Это личное местоимение третьего лица множественного числа, винительного падежа. А дома прочитайте еще один короткий рассказ Евгения Чарушина и попробуйте сами найти личные местоимения, определить их грамматические признаки. Рассказ «Как Томка не показался глупым». Томка не любит, когда над ним смеются. Обидится, отвернется, а потом он научился делать вид, что не над ним смеются, а над кем-то другим. Как-то заметил Томка курочку с цыплятами. Идет поближе, хочет понюхать,
А курочка как закричит, как прыгнет на Томку и поехала на нем. Едет, клюет Томку и кричит, так и слышно, как она выговаривает. Ах ты, такой-сякой невоспитанный, вот я тебя, не смей к цыплятам подходить. Томка обиделся, но не захотел показаться смешным и сразу сделал вид, что никто его не клюет, никто на него не кричит. И тогда курочка соскочила с него и вернулась к цыплятам. Публикуйте свои работы в любом формате с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщение с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. До скорых встреч на новых уроках проекта «Великий и могучий».